В закрытый город умудрился пробраться житель Казани и совершить там преступление. Правда, для этого ему понадобился только компьютер. Надо было забросить заманчивое предложение во всемирную паутину и ждать, когда на наживку кто-то клюнет. Используя массовую рассылку в социальной сети, под предлогом выплаты бонусов от банка, завладел данными дебетовой карты жителя города Заречного 1964 года рождения. Затем с помощью полученной информации он осуществил заказ ювелирных изделий на сумму свыше 310 тысяч рублей. 36-летний мужчина как умел запутывал следы. За украшениями в магазин послал курьера, а затем продал все с помощью сайта объявлений. Несмотря на все предпринятые меры конспирации, полицейские в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина 1987 года рождения. Для его задержания сотрудники уголовного розыска был осуществлен выезд в Республику Татарстан. Под давлением улик подозреваемый отпираться не стал, покаялся. Рассказал, что потратил деньги на личные нужды. Решается вопрос о возмещении ущерба потерпевшему. Жителю Казани предъявлено обвинение в краже. Самое строгое наказание по этой статье Уголовного кодекса – до 6 лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей.